друзья! С праздником хочу поздравить вас, с великим светлым праздником! Этот праздник – День музыки Сергея Васильевича Рахманинова. Фестиваль его творчества, который 10 лет назад задумал, осуществил и подарил москвичам, россиянам замечательный музыкант, дирижер, создатель оркестра «Баян», народный артист Советского Союза Анатолий Полетаев. В нашей жизни очень порой бывает легко создать, быстро ослепить, а вот удержать, развить, защитить – вот проблема, которая решается только отдельными, особо мужественными, особо крепкими и убежденными людьми, музыкантами. Я приношу все свои самые лучшие чувства к ногам Анатолия Ивановича Полетаева за ту истовую любовь и настоящее понимание того, что необходимо сегодня, что нельзя ни в коем случае отдавать ни пяди, ни ноты, ни паузы. 10 лет назад создан фестиваль, и каждый год поддерживают Полетаева или не поддерживают, разгоняют или вдруг поднимают вновь. Дождь или солнце, проходит фестиваль. Состоится фестиваль, и можете быть уверенными, что до тех пор, пока Анатолий Иванович держит палочку дирижерскую, пока горит его сердце музыкантское, будет фестиваль музыки Рахманинова на Руси. И сегодня вот в десятый раз, уже в десятый раз, я с таким удовольствием, с такой радостью объявляю, что на сцене государственный академический русский концертный оркестр «Баян». И его создатель, художественный руководитель и главный дирижер, народный артист Советского Союза Анатолий Полетаев. На пульте Анатолия Ивановича уже находится, так мы и назовем весь сегодняшний наш день. Светлый праздник. Thank you.
которые будут звучать сегодня, принадлежат Сергею Васильевичу Рахманинову. Он создавал их в области фортепиано и вокальной музыки. А Анатолий Иванович Полетаев со всем пиететом, со всей любовью, вниманием, аккуратностью, осторожностью создал симфонические аранжировки известных фортепианных и вокальных произведений. И сегодня мы слушаем эти действительно шедевры, шедевры композиторского творчества и творчества другого композитора, современника нашего, Анатолия Полетаева, который порой остается, оставляет эту часть своего огромного труда за кадром. Поверьте мне, что Анатолий Иванович Полетаев и как, собственно, сам композитор, очень яркий, интересный музыкант, ну а его аранжировки музыки Рахманинова — это просто шедевры мирового уровня. Фортепианная прелюдия «Соль минор». Thank you.
лауреат международного конкурса исполнителей русского романса «Романсиада», солист музыкального академического театра имени Станиславского Немировича Данченко Дмитрий Степанович. Первые из которых «В молчании ночи тайны» на стихи Фета. Совсем другая линия психологическая Тютчев и одно из его последних стихотворений «Все отнял у меня» и рассказ старика из оперы «Олега». Oh,
развивать, но вот только после такого исполнения, конечно, только шедевр гастроли, который вы создали на базе романса «Ля мажор», только он может сравниться. И признаюсь вам, что для меня это одна из любимейших ваших аранжировок. Что-то небесное, что-то удивительно чистое, сокровенное и прекрасное вы создали. Итак, романс, фортепианный романс «Ля мажор» в аранжировке Анатолия Полетаева. Thank you.
решено Анатолием Ивановичем, что с исполнениями романсов здесь хорошо на стихи Глафиры Галиной. Они отвечали, переводные стихи из Виктора Гюго, и «Не пой, красавица» на стихи Пушкина. Вот эти три шедевра доверяются одной из самых прелестных московских исполнительниц романсовой музыки, и не только, она лауреат конкурса «Романсиада» Лариса Павлова. Thank you.
Шедевр в аранжировке Анатолия Полетаева. Фортепианный романс до минор. Thank you.
самого Полетаева юное молодое существо, только-только исполнилось 14 лет, но правда дипломант конкурса «Надежда Романсиады» Алина Беленкина. Поддержки, друзья, как это важно артисту получить первую поддержку и взлететь дальше, взлететь, пусть летят, пусть царят, пусть кружат, пусть радуют нас. И вот сейчас, сегодня в фестивале «Белая сирень» нам еще много прекрасной музыки впереди предстоит, но надо завершать первую часть концерта. Это ответственно, после таких исполнителей, после такой музыки должен выйти настоящий мастер. И романсы, миниатюра, в миниатюре нужно успеть сказать в минуту так много, так серьезно и так совершенно, что это доверить можно только лауреату международного конкурса «Романсиада» Сергею Дудинскому. Yeah.
Со всех сторон звучал.